Социальная система бабуинов работает подобно человеческой. На вершине есть вожак, чье слово – закон. А внизу есть маленький парень, которому нравится его собственный бизнес. Сейчас вы не поймете, кто здесь главный. Фактически они счастливая семья. И когда вечером становится прохладно, они начинают играть. А затем начинают хвастаться своими акробатическими способностями. У некоторых не очень хорошо получается, но они готовы работать над этим.